сейчас вот начинаем сбивать вот эти вот две стенки, их в сторону отнесем. Привет, господа! Мы сегодня... Новый день у нас. Приехал к нам сегодня Женя уже. Здрасте. Вот. Сегодня у нас день будет пилорамы. Будем сегодня нарезать материалы под нашу стену. Под наши стены, так сказать. Чтобы потом одним махом все сбивать. Пока еще ребята есть, там работают на объекте. Они сказали, нам помогут стены поднять. Будет намного проще и легче. Поэтому надо чуть-чуть поторопиться. Успеть словить этот момент. Вот такие вот дела. Так что сегодня мы просто пилим. Извините за солнце. Нарезаем. Ну, сегодня такой день будет чуть-чуть. Но все равно интересно. Может даже еще какую-нибудь одну стенку и собьем. Так что смотрим на этот процесс. Все равно весело и забавно. Поехали. Выставили наши ограничители под наши стойки 2900. И будем так сейчас нарезать большое количество стоечек наших. По поводу платформы, которую мы сделали. Это еще отдельно тему мы обговорим. И я, может, сейчас бы по-другому чуть-чуть делал бы. Но зато у нас сейчас есть ровная платформа, где можно спокойно собирать наши стены. Потом расскажу, как можно еще сделать. Но сейчас мы продолжаем работать. Приступаем к нарезке наших стоек. Так, будем по модулям нарезать вот это все дело. Будем такую небольшую икею собирать и потом все будем скручивать. Так что вперед работать и получать удовольствие от этого. Напилив большие стойки, приступили к нарезке коротких досок. Их достаточно много, поэтому мы используем спецификацию из проекта. С помощью нее мы ничего не забудем и не пропустим. В это время Женя отрезает доску, а я отмечаю, что мы уже изготовили. На это ушло достаточно много времени, но мы потихоньку справились. Вот что предстоит нам собрать сейчас. Будем собирать вот стены все. Ну, это собрано. Осталось две вот длинных этих стенки, две коротких. Сейчас вот начинаем сбивать вот эти вот две стенки. Их в сторону отнесем. И приступим к длинным. Вот, мы нарезали весь наш материал. Наша икеевская сборка сейчас начнется. Под нее все подобрали. Сейчас даже Женя такой довольный какой-то, смотрите на него.
улыбается, значит все нормально. Так что мы пока приступаем к сбивке. Тоже это чуть-чуть осветим. Все показывать не будем, потому что здесь как бы предельно понятно, что по чертежу бьем. И все получается у нас очень хорошо. Передавайте, что рассказывали все. Первая стена сбилась достаточно быстро, поэтому приступили ко второй. Били поверх первой, на нее также ушло не так много времени. Отстреляв диагонали и установив временную связь, пока на этом все, отложили их в сторону для последующего монтажа. Фух, так, две стенки сбили. Как вы видите, вот их пока сложили, их в последнюю очередь будем ставить. Сейчас приступаем к нашему, к нашей дальней стенке, которая вот здесь вот будет проходить. Сейчас будем сбивать. На такой вот погоде, как у нас сейчас, вот в Питере уже третий день подряд, даже четвертый день подряд, ни дождя, ничего нету. Солнце валит, как это, как дурное. Я бы показал спину Женьке, но... Давай покажем. Но... чтобы вы понимали, какая жара, смотрите, что творится. Это вообще жесть. Мне кажется, что это ожог, он должен болеть, но он говорит, это не болит, это вообще просто. Представляете, какая тут жара, тут третий, ну, я говорю, четвертый день, это уже под тридцатку. А там один день такой был дождик, но там тоже все время 30 было, это просто вообще неимоверно здесь находиться, блин. Жарит, как дурное. А мы вот работаем, солнце еще высоко. Так, а слушай, мы сейчас реально наложим вот так. Так как наша платформа размером 6 на 3, а стены имеют почти те же размеры, решили установить дополнительные консоли, на которые уложили доски и вышли в отметку черного пола. Это позволило нам забивать стену не в таких стесненных условиях. Thank you.
Так как процесс установки уже знаком, стену сбили достаточно быстро. Также, отметив диагонали и набив предварительную связь, сразу приступили к монтажу. Как я уже говорил, к нам на помощь пришли ребята с соседней стройки, поэтому монтаж не вызвал больших трудностей. Вот, дорогие друзья, сейчас мы собрали вот еще одну стенку, поставили, как вы видите. Вот здесь у нас будет кухонька небольшая. Тут типа зона зала. Но когда вот полностью все соберется, все совсем все по-другому будет смотреться. Так что работаем. Так, сейчас нашу будем собирать наружную стенку. Ну что, приступаем. А мы так сильно близко били. Нам надо, знаешь, как... Вот сейчас стойки по полу. Чтобы бить удобно было. И мы потом, чтобы влезли, поднимать мы туда стучим. Так, это у нас стойки. Все, наверное, да, это все стойки. Тут две, да? Ты держишь? Я уезжаю просто. Шаг стоек мы делали 580 мм по ширине утеплителя, чтобы его было легко кладывать без подрезки. Для того, чтобы не отмечать каждый раз это расстояние, отпилили картыши размером 580 мм и к ним прижимали доску. Это значительно ускоряло процесс расстановки стоек. Сколько там? 3 было 500? Да, еще 40-580, еще одна. Как я уже говорил ранее, доску использовал 100 на 40. Крепил стойки гвоздями 100 на 5. Для прощей шелухи использовал гвозди 80 на 4. Сейчас бы посмотрел в сторону 150-й доски, но уже есть как есть. Тут площадь дома небольшая, думаю, не сильно скажется на отоплении. Вот, собственно, мы и добиваем последнюю стенку. Остается монтаж, и план, который мы ставили на сегодня, выполнен. Фух,
Мы ее вытянем, не как бы. Наверх-то? Нет, да. В смысле, с земли. Или, блядь, лучше на платформу как-то вытягивать. Давай его лучше вот так приподнимать и надергивать. А там сейчас по пароизоляции будет это уточно. Ну мы ее поднимем потом. Ну давай, поднимем. Привет. Тут, конечно, ракурсы были неудачны. Помощь, потому что у ребят просили. И чтобы там не отвлекать, не бегать с этой камерой, пришлось вот так вот наскоряк все снимать. Вот смотрите, что получилось. Наш каркасик. Женя сегодня строил планы на стены сегодня поставить. Практически все поставили, только осталось от стрелять вертикали все. Диагонали мы как бы словили, но еще из плоскости надо там что-то подумать, собирать, посмотреть. А так в целом, смотрите, вот наш домик, входная дверь в туалет. Здесь вот туалетик будет такой небольшой с душем. И раковина тут здесь вот будет. А так в целом нормально. Для того, чтобы приезжать строить дом, мне кажется, вполне достаточно. А, здесь у меня еще, конечно, завтра начнется. Тут еще будет у меня терраска. Спальное место такое сделаю. Потом, которое со временем, наверное, в какой-нибудь чердак перерастет. Но пока на первое время, типа, будет у нас спальным местом. Там еще просто два окна будет таких небольших. И скатная кровля. Ну, это смотрите дальше, все будет там. А пока мы собираем вещи и едем купаться, потому что мы сегодня взмокли. До скорых встреч!